Привет девушкам, строящим красивое женское тело. Сегодня я хочу продолжить разговор об ошибках в тренажерном зале. Значит, одной из самых распространенных ошибок является сокращенная амплитуда движений. Зачастую девушки, или насмотревшись, как тренируются чемпионки, или там даже чемпионы по бодибилдингу, там, по бикини, там, ну вот, копируют их комплексы, их технику выполнения. Но помните то, что чемпионы, как правило, люди генетически одаренные. И то, что подходит им, не подойдет вам, а может даже и нанести вред. Поэтому нужно соблюдать основные правила телостроительства. Это полная амплитуда движения. Это, конечно, делать намного сложнее и намного меньше весом, чем, допустим, может сделать сокращенной амплитуде. Но это принесет вам реальную пользу. Во-первых, ваши мышцы будут красивые, потому что они будут работать на полной амплитуде. Они не будут корявые, допустим, там вот девушки бывают и делают там сокращенной амплитуде, говорят, у меня там ноги перекачались, а ноги перекачались, допустим, вот в нижней части галифе, да, нижняя часть квадрицепса наружу. И получилась у коленки такая шишка такая накачанная, при этом внутренняя часть и бедра не развита, ягодицы не развиты. Это самая часто встречается такая ошибка. Но поэтому в любом упражнении, кроме очень отдельных упражнений, я скажу о них, делайте полную амплитуду. Вот, допустим, вы приседаете, значит, должны приседать именно попой в пол. Особенно это касается именно для девушек, я рассказываю это все, чтобы работали ваши ягодицы. Ягодицы для девушек стоят на первом месте вашей красоты, это как правило, как, по крайней мере, как мужчины мы это оцениваем. Но девушки, может, некоторые по-другому оценивают. Но в любом случае, даже если вы хотите там накачать ноги, все равно нужна полная амплитуда, не говоря уже ягодицы. Значит, делайте приседания, полную амплитуду, попой в пол. Можете, единственное, когда встаете, коленки, вернее, ноги до конца не разгибать. Это можно. Но садитесь низко. Потом, допустим, делаете вы там жимы ногами, да, часто тоже я вижу в залах там, понаставят веса девушки огромнейшего какого-то там, ложатся на 2 сантиметра, опускают ноги эту платформу. С каждым днем, с каждой тренировкой амплитуда все меньше и меньше, вес, естественно, все больше и больше, они радуются, говорят, ой, мы какой вес подняли. Это вы не подняли вес, а сократили амплитуду. В итоге мышца развилась какая-то ее частичка. А нужно же, чтобы она вся развивалась, была красивая. Потом вот эти вот тяги по-румынские, да, с прямыми ногами, или там мертвая тяга называют, тоже берут штангу, чуть-чуть ее опускают где-то до уровня колен, бывает даже выше, и поднимаются. В итоге ягодицы не работают, сгибатель ноги не работает. Значит, нужно делать правильно, таз отводите назад, опускаетесь пониже, даже часто, если гибкость хорошая, становится на платформу, чтобы гриф практически касался пальцев ваших ног. Это будет правильное упражнение, которое именно делает красивыми ваши ягодицы, ваши ноги. И также множество упражнений. Единственное, допустим, нельзя полную амплитуду сделать, допустим, гиперэкстензию. Да? Если вы вот поднялись, туловище поднялось выше уровня ног, уже неправильно, уже, значит, идет сдавливание, травмирование позвоночника, тут уже, значит, опускаетесь вниз и поднимаетесь, когда туловище достигает на одной линии с ногами. Вот это правильно. И, естественно, нажимаете ягодицы. И еще есть буквально несколько упражнений совсем, где маленькая амплитуда, допустим, скручивание, да, но опять-таки не то, что при скручивании на пресс, бывает, девушки ложатся, пресс слаб, они начинают скручивание, скручивание не получается, у них голова одна так вот мотается, непонятно, что они шею там качают. Если уже ваш пресс хороший, делайте упражнение. Если пресс еще не развит, делайте самое лучшее упражнение для девушек, для пресса. Это подъем ног на наклонной доске. Но не вверх, как поднимают залы часто, делают так называемую свечку, там попу на 2 сантиметра оторвут, ну и потолок идут, там, в итоге таз отходит от груди, а пресс работает тогда, когда таз приближается к груди или грудь к тазу. Получается, что не пресс работает, а чуть-чуть работает не спины, а ягодицы.
Да не за спины, и ягодица загрузка очень маленькая, поэтому упражнение коту под хвост, оно ничего не даст. Вот ложитесь, ноги за голову, чтобы таз приближался к груди, или скрученные там согнутыми коленями, чтобы таз приближался к груди. Все в полной амплитуде. И также все остальные упражнения там. Если, допустим, тянете блок сверху, да, то вытягивайтесь повыше, там плечи повыше, вниз тяните не к животу отсюда, куда ты наклоняетесь, а грудь вверх, там тяните к шее, локти, чтобы подходили к вашему туловищу, лопатки сжимайте. Ну. Так что следите за техникой, за техникой и амплитудой движения. И ваши мышцы будут красивые. Потом еще упражнение, так потихоньку вспоминав, допустим, трицепс сделают блоком, да? Чуть-чуть ручки согнули и разгибают вот так вот. Ну, вот. Или тем более за головы. Чуть-чуть ручку согнули, разгибают. Руку нужно разгибать как можно ниже. Именно самая нагрузка идет, вот когда рука согнута и поднимается до этого уровня. Отсюда уже идет холостой ход. А в залах в основном делают именно этот холостой ход. Это упражнение ничего не принесет. Полностью должны согнуть, полностью разогнуть. И также в 30 блоков. Полностью согнуть, полностью разогнуть. Технически правильно, с полной амплитудой, плавно. И у вас будет красивое тогда тело. Тогда вот разобьется что-то, какая-то мышечная рука, а уже на нее никто не скажет, она там перекачана. Да? То многие говорят, а вот инструктора так дают, или инструкторши, да? Инструкторши, многие, к сожалению, есть такие еще инструкторы, а инструкторши в залах, которые равнодушно относятся к работе своей, к своим подопечным. И они дают, лишь бы им полегче что-то дать. Вот представьте, допустим, как сложно обучить девушку глубокому приседанию, если она бывает, не может даже без веса присесть, да? Или там, чтобы она в треть приседа присела. Или ногами также пожать. Как сложно, допустим, чтобы она с полной амплитудой опустила ноги пониже, там, колени прямо, чтобы шли подмышки там, и выжала. А положили, там вес навесили, там амплитуду сократили, вес каждым днем больше и больше. Человек радуется, ой, как хорошо, я такой сильный стал. А потом смотрит, время проходит, а тело-то развилось и не так, как надо. Поэтому выбирайте инструкторов. Есть инструктора, инструкторши хорошие, которые не копируют комплексы профессиональных атлетов или там спортсменок или бикинисток профессиональных, которых копировать вообще нельзя, которые не дают то, что им дают. Если, допустим, человек генетически одарен, допустим, девушка, да, она там пришла тренироваться, у нее уже попка там крутая, там талия. Она раз-раз немножко покачалась, выступила и выиграла, допустим, чемпионат города, да? Уже она на каком-то уровне звезда, да? И она еще ничего не знает, начинает давать советы, и при том, хорошо, если она дает советы, что-то изучила. Она не изучила, она вот мне дало, значит, и другое даст. Да не даст другое. Это тебе дало, потому что у тебя генетика хорошая. Ты даже неправильно может делать, но у тебя уже генетика, тебе Бог так дал фигурку красивую. Ну, вот ты выиграла. Есть, конечно, много девушек, этих же бикинисток, которые изучают все, подходят творчески, с душой подходят к своему подопечному, чувствуют своего подопечного, очень много таких девушек. Но, к сожалению, встречаются такие вот и печальные факты, как среди мужчин-тренеров, даже которые сами накачаны, так и среди девушек, которые выступали. Ну, я ж не говорю, что все такие, но попадаются. Поэтому смотрите, вот, на то, как изменились их подопечные. Постарайтесь там поговорить с человеком, узнать, там, как он был, как он стал, да, какие изменения произошли, как здоровье улучшилось. Там. Ну. Или сами просто изучайте там, литературу, там, смотрите интернет, старайтесь как-то творчески подходить к этому, не просто вот это делай так, я буду так делать. А нужно все переосмысливать, все оценивать, там, что и как. Ну. Поэтому приходите в залы, железо сделает вас красивым. Заходите в мою группу ВКонтакте под названием «Железо строит красивое женское тело». Я там разместил очень много своих учебных видео там, по тренингу, по питанию, как там девушки, мои ученицы показывают, как тренироваться правильно. Снял там, разместил их тренировки, как они тренируются.
В общем, очень много видео, там найдете ответы практически на все свои вопросы. Если на какой-то вопрос не найдете, посмотрите все видео, значит, пишите мне, я быстренько сниму вам видео по вашему вопросу, если нет моих видео. Но это вряд ли такое будет, потому что я уже даже не знаю, насчет чего снимать, потому что насчет вроде всего рассказал уже. Так что с вами был Валерий Локтионов. Удачи вам, будьте красивыми.